Ну, раз Силрей не пришел, он говорил 15 минут его не будет, надо звать Микстурку, наверное. Микстурка. Камикадзе Микстурка. вообще хуже, Все, что такой. наебалы. Давайте. Если Элрей зайдет, то может быть дадим, если нет, то он до этого босса. Ну, я бы котлался. Не знаю, по-моему, он слабенький еще для Гера. Там смотреть. А Камикадзе, я не знаю, сколько две тут. 243 Если он левел у будет него? с этого выбрать. Да. Дайте рыбу 30 секунд, 20 секунд. Кстати, а босс пропал, никто не смотрел. Да, скорее всего, пропал. Да, босс. Они всегда Да, пропал, но я рискнули, все там не было. Хорошо. Я вот это микстурков там. Все, вернуло ли мне травму мою? Ты серьезно, сразу вернуть? Да. Блин, жалко, ГП не пропало только. А зачем ты говорил, дурак? Нет, в смысле говорил. Я бы промолчал, если бы оно пропало, но так как оно не пропало. Ты на форуме писал или в игре прям тикет? На форуме. Не, в игре они очень долго отвечают. Да они, наверное, после каждого дискона уже готовы расчехлять и возвращать шмот. Поэтому так быстро. Кинь дискорд с лутом, слышишь? Еще один анходлик и того в танк спектр. Джованни, чуван. Рыбу поставь. Так а за другой лут кто-нибудь писал на форуме? Я не писал, мне похуй. Так лут. Хорошие руки были. Вот если бы там был осколок, это другое дело. Мама спросит скрин с лутом в ДС кинуть. Мастер, а ты в Польшу не хочешь уехать на пару месяцев? Че так? Ну ты понял, да? О, ой, фласт им дали. Тебе точно? У меня. Сейчас я скрин с лутом скину. В общалку скину. Спасибо. Ссылку на канал свой кидай, с видео смотрим. Слава Орлов в Ютубе. Ой, что-то не то. Если что, тебе на форуме не вернут VPR. Блин, ладно, после босса этого. Это перчатки хочется тебе забрать. Блин, а почему травма дает так мало выносливости? Меньше, чем даже 264-я. Потому что 264-я переделана. Давайте, блядь. Поставьте метки, а то у меня этот Таумивен конфликтует. А нет, все нормально. А, тут же ж надо от босса танчить, точно. Вторую метку поставили или одну? Две. Окей. Зидум, с моего места как с теста. Гера. Ой, моя мышка, я не знаю, что делать. Вообще не понимаю, что делать. Кто-нибудь скажет про ноги. Левая нога отошли. Правая нога. Правая, отходим. Ай, вторую подряд умно. Но я из-за лужи это не видел, когда дошел босс. Конечно на меня, конечно, блевать. Ну кого еще кинуть? Конечно на меня тут.
Это все потому, что ты старшим местом не уступаешь. Прости, брат. Я осознал свою ошибку. Поздно. У всех, кстати, фризят. Нет, только у кого кольца геровского нету. 76 МС просто фризы тихие. Что за... Блин, а сколько на ней статок, я-то не вижу. 6. Угу. Бабочка, забирай. Алин, пельмешку споймал. Что произошло? Микстурыч, проведи босса, а то блевать будет. Далин, подними пану. Гейм на хп цель. Я вам прожимку дал. Фельдшер, сейчас поймаешь. Захил, пана захил. Внимательно хил. Геру можно? Да. Че, опять Геру? А, лево. Походу лу, походу всем словил, да? Или менее? Фелшер. Лань. Фелшер? Нет, Фелшер давал. Давала. Лань дал. Не прогер. Вот сюда, дай Геру. Правая. Правая нога. Фельдшер вообще на месте бегает и не может сдвинуться. А, так бывает. Посередине. А все может не сбегаться, как за блин. Может, ну его нахуй этот шлем лучше. У меня тоже никакой прироста не даст. Вот до того, как я умер, я был в топе. А не, я понял, я видел, ты был в топе. Замечательно, пельмени, блевота. Как это просто играть? Одну из мелизоны вынеси. Одну кто-то вынеси. Царь. Да, вот видишь, я могу двигаться, вот офигенно все. Я прям сейчас. Даже осколков нет, не спать. Внимание, мне срочно нужно отойти. Уходи, дверь закрой. Пойдешь друзьям рассказывать, что тебе кольцо не отдали? Несите хуйню, завязывайте. Это шарпиступу, правильно? Угу. Подожди, там не роль, сейчас я реловлюсь. Ролим быстрее, ребят, без него, пока он не слышит. Вот так вот, да? Хастем по 5%. Без Инархама, кроме Джайна. Мне надо паролить его. Так, тебе надо... Кого его паролить? Нет. Мне надо за 10%. Что, вот сюда забираешь? А, у тебя есть, в натуре я что-то забрал. Ой, сорян, не, это не то, не туда, сорян. Какой квест? Не было квеста. Квест появился. Есть у кого-нибудь две чумы в рейде? У меня есть, меня. Мне не надо отдавать. У меня есть, у меня уже выполнена задача сразу. Тогда не лутай сейчас. Возьмите все квесты. Кому из вас надо нахила это? А ну вот здесь ДЦ-шник. Рестарт, крит МП5 это топ. Крит дух, крит МП5. ДЦ отдай. Царь, ты забираешь или отдавать войну за... Ой, ладно, отдай ему, отдай. Все, ДЦ отдай, ДЦ. Начнут сныть, прям мне шмот не дали. Не сдавайте квест только, подождите, дайте, я возьму. Кого сум давайте тыкайте?
Сейчас, Елена, бать говна. Обычная травма на профи. Нахилила 25 тысяч. Героическая на вот этом боссе нахилила 1800. Это кто говорит? Okay. Это говорит бычья голова. Все, взял. Засчитал? Нет! Потому что нет. Все не стояли вместе. Нельзя еще сдавать. А ты? А кто еще? Сдали. Вебинар еще АФК. А. Ну, видишь, переживает. А, ну ее нафиг, она ушла, все, АФКшит. Сдавай. Так, давайте подождем. Она не приняла квест еще. Там кто-то сдал уже. Давайте. Да там много кто сдал. Да если много кто сдали, то бы не было ни на ком дебафа. Там сдали вроде уже. Мне не засчитало, почему-то. Потому что на ни на ком дебафа нет. На ком-нибудь есть два дебафа, чем мы тут стоим? На мне нету, у меня было, у меня сразу болезненная задача. Ну когда сдали квест, вы уже все, блядь, кто был дебафы, пропали, нахуй, что стоит? Снимает дебафы, он, да, он снимает. А, блядь, я думаю, что не так, я фласку на Атанику купил. Ёб твою мать, с хп-шной флаской бил, блядь. Что, блядь? А, кто-то сдал квест, что ли, или что? Да. Сдали квест до того, блядь, как все узнали про него. Заебись. Молодцы. Да не, даже фишка не в том, я вышел с того квартала, типа, и мне сразу выполнено дало. У меня болезнь сразу пропала. Выполнено дало, потому что склад стоял возле него. Да до него еще гектар было бежать. Кто-то стоял. Если квест сдается, на тебе есть чума, хоть кто-то один сдает, все, тебе засчитывают. Ну, возможно. Ты суммоните? Я это... вернулся. Пока вы этот трэш бьете, бычий голову на 5 минут сейчас сходит, обмажет эту травму. У вас фул? Окей. А что, Эл-Рэй, ой, Эл-Рэй, блин, хочешь, замени меня? Да, мне не принципиально. Типа, если будет место, зайду, если нет, посижу. За самые мои нелюбимые боссы дальше идут. Ну, давайте кого-то менять, кидайте пати. Я просто вышел, чтобы вам аддона не багать. Угу. Я все равно что-то спать хочу, пипец. Не, ну вообще посижу, конечно, за меня, если дадите ЭП. Не дадите, ну и хрен с ним. Вот, поменяй. Так. Тем более мышка что-то это косячит. Так, ладно, ребят, всем спасибо за рейд, не ругайтесь, все хорошо. Иди давай, а то я тебе ну еще будешь или тебе давать ЕП? Да, в принципе, как знаю, ну вообще, как думаешь, нужен я, нет, я такой бы шеп уже залег бы. Если нужен, я могу в Дискорде посидеть, мне не сложно там, ну, на замену приду, если надо будет. Смотрите сами. Давай, ладно, я посижу на всякий случай, я не уверен, что там сланая будет у вас. Если что, свести, короче. Я в соседней комнате в какой-нибудь папнусь, погляжу какой-нибудь сериал пока. Какой сериал? Люцифер, что ли? Вот после этого квест, который линканул, сразу дается посох, который фиолетовый? Или что-то еще надо? Нет, надо делать там какие-то. Там еще, по-моему, души собирать. Нет, нет. Посох дается души. Квест, 3 квеста будет тоже. Дес, потом души, потом осколки, потом джайна. Не спустились, блядь. Не спустились, кто не умеет контролить. Так, ой, ну зад. Контролишь череп. Царь обезьян, контролишь крест. Так я вниз спустился. Назад поднялся, блядь. Маликет, даешь репитанс по квадрату. То есть покаяние. По звезде у нас пойдет фер. Убиваем мы чувака без метки, если кто пойдет. Давайте, начинайте. Так, фер дайте. По звезде фер дай. Один. Убиваем лича. Звезду.
треугольник. Контроль обновить. Ты даже не успел об этом подумать, это уже сделали. Я просто вас там увидел, поэтому и сказал. Вот и все. Так, квадрат. Шики-брики в дамке, блядь. Бычью голову суманите. Беги, пока мы трэш бьем. Ну тогда минут 5, наверное, займем. Сейчас прибегу. Набиваем двоих. Так, царь, ответочка, блядь. Следующих трэш реальчтую. В смысле? О, блядь, прошлый рейд нахуя я ралил, заебал. Нихуя себе, вот это предъява. Я ушел от пока. Ой, прошлую обычку я рейлил, давай трэш распределяй. Встали все сюда. Зашли, где трэш стоял, все, блядь, и стали с правой стороны. Да мастер, на себя метку вот к ней не видно. Пиздец, не видно чувака, который прыгает, блядь. Все, я рейлил. О, пиздец, мне не надо заливать, не слушайте. Ладно, я отошел курить. Гуляйте. Так, я квадратик законтролю. О, спасибо за суп. Ой, нун, зад, законтролишь кружочек. Месяц законтролишь чулан. И по трусам фир этот даст маликет. Давайте. Подбежали, давай. Раз, два, три, поехали. Блин, чулан. Зиду ушел, я так понял, да? Да. На замене. Он не ушел. Сбивает. Он у полоса не ушел. Квадратик. Ой, кружочек вышел из контроля. Без метки. Тактику заливайте. По трусам. Ладно, вернул. Тогда по кружку. Сложную задачу. На хардмоде идем. Оп. Так, крестик бей. Что мне так не поверили? Думаю, уже забили. Ну ты не депрессишь, некому убить, понимаешь? Не столько на двоих, а лезь на килисете. Шарпи, Джованни, Аспер и... Кто? И Сомер. Вы, короче, подбиваете кинетик. Я не хочу. Придется, вот, брат, придется. Виби бить надо. В ГБ.
Так. Роги, даете на пул микстурку принца Талдорама. Микстурка Валанара на пуле. Ну, сам будешь танчить. Следи за огром. Ты знаешь, что делать. Так, фури бафы раздали, касок не вижу. На себе. Да, еще раз прости, там. Мастер. Сколько, ах, кто там? Микстурка на двоих и Винар на одном, да? Да. Понял. На пуле тебе Талдорама в микстурку. По двоим рогам должна пойти Истелия. По Элрею и Миша, определитесь сами. Мне... Ну, давай я по Элрею кину. Микстурка, по-моему, Миша про. Просто я прошу... Короче, на пол. Так, все тут. Та сука. Бля. Вот я не знаю, зачем мы даем отчет, вот это бесполезно. Это Алиса пульнул. Да, извините. Ренжу могу ехать. Берите. Приз завис, он на месте бегал, короче, и сдох. Он особо не виноват. Так. Смена цели 5 секунд. Келесета, блядь, не умеете бить в соло таргет, нахуй, не подходите даже. Чулан, БР повойду. Далин, БР по присту, ой, назад. А, ты вылетел, что ли? Талдораму больше дайте на пула. Талдораму. Я сейчас скоро сорву. Геру. Далин, БР по Миша Про. Готовься, микстурка, давать прожимку на вихрь. Давай прожимку. Трэш заугулим сейчас. Бокрус, сдохнешь, стой! Кто проебал сферу? Она в стене, наверное, падает. Да. Прямо из стены вышел. В текстурах, понял. Микстурку старайся держать к центру комнаты, чтобы хилы не хилили вас настольную топку друг друга. Вихрь. А лучше вихрь. Алиса, прожимку. Поздно, блядь. Подаю. Рун не был. Рывок дает этот, блядь, стаки. Но только один.
Смена цели 3 секунды. Палдорама. Босса не лут... Хотя я не знаю, получше ли. Босса не лутаем. Если он вылетел и не бил, он не лутанет шмот. Он ОД хочет. ОД тоже. ОД сразу дает. По-моему. Да. Нет. А, или да. Я не помню. Просто босса не лутайте, уберите свои руки нахуй от него. Потестить можно. Волнара. Микстурка откатился? Пожимка, нет? Хорошо. Давай прожим. Ну вот ты сразу бьется. Бля. Вы не лутайте, вы не лутайте, главное. Шкаф. Присуманьте чувака. 10% эти перчатки надо кому-то. А за ноль можно, если никто не ролится? За ноль нельзя. Так никто же не ролит. Транс-ткань? Я про латы. Латы еще не ролили. А, вон. Галлюцинаты. 10% танки надо кому-то? Вторые спеки там наши квесты делать, чтоб... Основной спек. За 10% чё? Какие у тебя? Чё, фолика будешь делать? Мало ли. А вон как вас ещё? Там ещё потом спороли. Когда хуй берёт на успех? Фурик у нас за 778 идёт. Так, Атлас, он ГДшник. Ну только если никому, если пану надо, ладно, пусть забирает. Давайте решайте, ты на Фурика заберешь или ему отдать? Я только за 10%, дальше не беру. В какую тему на форуме писать про то, что лут пропал? Проблемы с игровым персонажем. Воятель Лисовая Пуха до Глоры еще очень далеко, и Воятель стоп, будет отдаваться. Стоп, судим так! 878. Здрасте, он варм себе ролит бегает. На офф. Катлас ролит тоже на офф, потому что он фростдека. Так что определяйтесь сами. Он вам сказал, давайте Катлас, он не будет забирать за... Ну, нету таких спеков на третий, на десятый, это хоть 150 тысяч спеков, она будет уходить за 50%, никак не за 10, это бисовая пуха. До Глоры еще очень далеко. Хуява она бисовая, блядь. Ну, я лично хорошая пуха, чё. Если вы хотите задонатить кровавое цветение, то, пожалуйста, до кровавого цветения этот воятель бисовый на Фурика. А это зависит от того, нахуй, если у тебя есть за пушка. Катлас, ты забираешь эту пуху за 778. Кровавое цветение. Жань. Войд, ты не скинул скрин с лутом в общалку? Там, да, какой-то другой скин. Сейчас я поищу на видео. Зря вы эту пуху не забираете. Я с обычки забрал две пухи по 1100. Из Геры забрал геровскую пуху. И хожу и... А если судить, что мы как забирали эту пуху? Я тоже так и забрал, ничего не пишу. Ну, в принципе, да. Если у тебя глоры с обычки есть, но... Ну, капы проблемно будет перебивать, но я вижу там камни у тебя вот на 20.
Пуха, дело в том, что воятель больше ДПС будет, если ты фурик. Зависит от капов. Если он хочет меткость забрать, то пускай забирает. Разницу, но типа я не знаю, зачем она мне вообще нужна. Потому что я даже собачки не нашла. Ну, чем больше урона пухи, тем больше агронабор. ВПшка больше будет. Ну, я танчу-то с Глорой. Возьмешь на танка Уматума, да? За 10 хочешь? Ну, на танка за 10. Мне тоже на танк. Кто? Котлас. Так что ты молчишь сразу там? Так я сказал, ну если надо кому-то, то ладно. По ПР смотрите, кому за... Уматурман, походу, забирает. Ладно, что ты танчил, Котлас? Я помню, мы его на викликах спекали. Помню, он это танчил целка, ой, или даже Геру со мной, я не помню точно, но как-то он танчил со мной целка. Мальчик погиб у врат гнева. Я здесь. Так, скинул лут. Дискорд. Лут. Сейчас. Слот. Кинжал лежит 200. Сейчас. В шарписту, или кто там, проверьте, в Дискорд скинул скрин. Там видно все три шмотки. Чё такое? Пишите. Чё отживание надо? Угу, вижу, спасибо. Фласку дай, бот, пожалуйста. Напишешь... Так я кидал, не? Не. Напишешь в теме мой ник. Пришлют шмотки. А они когда присылают, на них есть 2 часа вот этих, чтобы передать их? Или нет? Так пусть напишет в теме, что лут не успели разролить. Травму разролили, 2 шмотки еще нет. То есть их надо разролить. Пусть и присылают с ну, таймингом. Вот я про это и спрашиваю, как они пришлют их. Мне кажется, проще будет, если вы сейчас разролите их, а пришлют потом просто на персов, которые заберут. Да, никнеймы. Сразу указывают. Мне кажется, вряд ли они будут присылать с 2 часами шмотки. Но спроси, травму ему прислали обычную или нет. А я вот думаю, они вряд ли... Эти шмотки под наук можно выкинуть. Сколько шмоток на ауке вот так продается? Это 100% мне прислали обычные. На черном ауке выставляются сами админы. Не на черном ауке, на обычном. Бывают обычный шмотки нет, выбрасываются, которые вообще, я не знаю, это не боешки. Хорошо, напишешь мой ник, я поставлю на лук эти шмотки. Какой за хил парейдер? Никто тебе не даст ничего. Там есть у нас кому хил... А, не, у нас холипала нет. Валяй, на туре. Маликет спекнется в холипала. Человека с шемом в поле пала не надо. Ну вот я тут прошу, и зачем? Ну, я про Вальку. Чисто на Вальке, да. Чисто теоретически они захилят. Эти хилы. Это не чисто теоретически, так и есть. Чулан, Фелшер, Шарпистул. Сейчас, секунду, можно? 20 секунд можно? Зачем? Ладно, потом допишу. Так, что еще раз, Арчина? Пан, а, ну останца, не знаю, как на царя-то сделать. Чё, да пусть пан, Фелшар.
тут. На ком там написано? На мне. Кинь 3 секунды. Хожу налево, побежал. Бокрус, отойди тебя, хуярь. Бокрус! Кинь 3 секунды. Элрей. Готовься, царь. Сидор. Я кусаю пана, ты кусаешь маликета. Пускай чулан лучше. Бычьи головы ушел. Окей, царь обезьян по чулану, я по пану. Готовимся. Кинь, все побежали на центр. Виби. Я еще дали рейндж. Включи голову, твой нахуй сейчас это. Начинаем представление. Бычий на хп. Что-то вкусно поймался. Это очень большой дамаг, ребята, очень осторожно надо. Дайте Геру. Тени, готовим мои. Дальше укусы, смотрите. Так, по укусам. Царь, кусаешь Джованни. Чулан, кусаешь Виби. Я кусаю Вайда. Пан кусает Меликет. Тени, 2 секунды. Сомер. Иди, иди в рейд, иди в рейд уже. 4 брома. Алло, вроде висело. Шарп и антиферн себе отдашь. Укус передать 100%. Ники вам не будут говорить больше. Даже хилов можешь не кусать. Фир, 5 секунд. Центр побежал. Царь обезьян, твой гимн. Алиса, прожимку. Я на то и давала. Тогда микстурка. Джованни, тоже читай, читай, Джованни. Читай, читай. Все, добивайте босса. Кенни, это пан, пан ушел. Гениально меня укусить, конечно. Но обычно тут не укусят. Главное, чтобы кушать не проебали. Это было проще простого.
Окей, не готовимся. Хожу налево, ушел. У них хуяся щит. О, я забираю. Здравствуйте. Ты вот это забирай лучше. Осколок давай, давай. А как ты видишь осколки, что не ходишь? Может быть, пофиксили что-то. Я как-то даже без задней мысли смотрю, осколок отдал тебе. Я смотрю, ты мне с корабля отдал, тут отдал. Не, ну с кораблей там сундук, а тут-то я не знаю почему. Я увидел. Ой, тут у тебя ник Void Defender? Да, Void Defender. А как Defender здесь переводится? Void Защитник. Защитник бездны. Безликий защитник. Нет, это... Филшар, ты получал? Да помолчи. Филшар, ты получал один? Она обычный посчитала. Ты обычный сегодня получала один? Лачеда надо, давай. Она с этого получала, с рука. Ну, обычный, да? Да. Значит, лачеда. Пиздец, как заметно, когда турбо нету. Что такое? И по ГП, 200 ГП. Мысли заметно. По-моему, все нормально. Ну, потому что я сорвала вкусно. Ну так, я за ШПшника никогда агро не сорву. Тебе надо стакать, я знаю. Я пока разгоню свой дамаг там уже. Сколько ДПС, кстати, на орке был? Общий. 250. Растем. 250, я еще чекал. Я пуляю трэш. Ну это ты учти, турбо. Что турбо нету, да. Да. ГЦ мастер. Спасибо. 10 каток на саппорте. Какой хороший щит. Пиздец, за полтора месяца первую шмотку, которую я забрал. Видишь, Алиса, кто с гильдии не ливает, тех войт не кидает на лут. А Элрей? Не, Элрей не в счет. Ща оформлю лилив из гильдии, да. Элрей, такой Элрей. Да нормально он зов забрался, четко. Ну вот тоже Элрей на шот кинула. Ой, меня изгнали, короче. Все. Хорошо, что не сожгли. И да, и на том спасибо. Элрей мутик или комбат? Комбат. Но хочет в мутика. Уже не хочу. А. В мутика он хочет. А что, сколько-то непостоянный? Ребята, я вам скажу... Я уже перебивался просто в мутика, посмотрел, блядь, с перекапом меткости, как, блядь, попадают яды, и решил, что он его нахуй на этом сервере играть надо. Слушайте, я вам скажу одну такую вещь. У меня сейчас 41 минута первого. Сейчас я семивальку за 20 минут убиваем. Ну, может быть не часик, а минут 30-40 у нас будет. Если вы хотите посидеть эти 30-40 минут и дать 2-3 трая на профит. Если вы хотите помимо этого прогресса на профи убивать его наконец, то предлагаю вам всем сказать, когда вы можете. Ну, я не могу сидеть, видишь, в чем дело, мне завтра на работу. Вот сейчас час ночи, а мне вставать в 7. Ну, дадим несколько траев, я посмотрю, кто что делает. Если вы поймете, что нужно делать, вы можете убить профу сегодня. Если убьете профу, получите очень большой бонус. ДПС много, потому что после первой взлетки мы уже геру давали на лане. Ну, я просто решил протестить, зачем мне давать на последней взлетке.
Ну, зачем мне всегда давать так на последний взлет? Может, потому что будет 16 укусов, а не 8? Ну да, но зато мы, блядь, довели ее 20% уже, блядь. То есть, если мы проебем кого-то с укусом на взлетке, у нас будет легче его добить. У нас оставалось полминуты по ДБМу, нахуй, до берсы. То по ДБМу, а там еще плюс-минус 10 секунд. Да, Фелшер. О, печенька и гер печенька связаны друг с другом. Гер печенька дается так же, как и ППР. Печенька и гер печенька не связаны друг с другом, но если в рейде трем человекам нужна оп печенька и ролик ее один получил, то следующая печенька, которая пойдет, пойдет второму человеку по ролу, который ее еще не забирал. Ну, то есть первому по ролу из тех троих, но тому, кто еще не забирал. Третья печенька пойдет тому, кто из них троих не забирал, если два других забрали. Героические печеньки отдаются по приоритету за 200 ГП. Что непонятного? Такое ощущение, Войт, у тебя там лежит тетрадка, и ты постоянно с тетрадки читаешь. Так он сам эту тетрадку пишет, конечно, он должен знать свои стихи. Ой, не напоминай, он тут свои стихи скинул недавно. Господи, за что? Стихи война, я уже стихи война. Блядь, заберите, блядь, подвальку, на. Просто нет, если бы они посвящены водке, это ужасно. Как мило. Видел я раз такого, кто волки посвящал, блядь, земля ему пухом. Так тоже. Ну, сейчас помню. Чулан, так нечестно, у меня нет облика. Он еще понял, бежит такой, на ходу кидает. Не, нихуя. Я больше не поеду. А ты что, следующий по осколкам идешь? Тихо, Пётр. Что я наделал? Я предлагаю вообще Шреддера убрать из очереди. Да, Шреддер мне сегодня... Да ты что, Шреддер да, мне да, сегодня ты? Писал в этот, в 10, чё упало, сука. Воля написать надо было ему. Да я написал. Типа, пишу Воля. Ты слышишь меня, Котлас? Да. Спикайся в танка, будешь на этом боссе танчить. Если что, я не могу спикнуться вот это, если вы меня вдруг хотите. Нет, он просто будет третий дополнительный танк. Я Фила спикнулся, если что. У тебя Т4 только два, да? Да. Так, я тебе отдам ятель. Я хочу, чтобы ты развивал свой танк. Надеюсь, ты в перспективе будешь танчить. Так, Майлкет спекнулся. Хорошо. Очень хорошо воятелям в ДК собирается меткость. 10%. Ну если нет, то чтобы мастерство собрать, для чем бы, то лучше нахуй брать. Слича. Лор. Там собирается другими вещами мастерство. Типа голова. Варианты есть. Те и меткость также головой. Голова на меткость как раз таки, а не на мастерство. Ноги на мастерство идут и тут и 10. А, ноги. Или ты 5. Там хватает ног. Ну, либо ты 5. Ой, а ты из-за визорка поднимал? Или нет? Мастер, что там по порталу? Ну, по сути, 4, 5 по сейчас. По порталам Лачудан, Маликет и все. За что ГП снимать? Ну, на Маликет там метку тогда давай. За призраков? Да. А что-то в журнале не написано?
написано. Малик, он хилит через Виби. Он кидает щит демонический. Да, демонический щит и хилит через него. Там в журнале не пишется, просто удаляется строчка и все. Саммер, есть кнопочка там отмена и по ГП? Саммер, на Малике, это МК. Ну а кто это спрашивал? Саммервиль. Не, у меня просто в журнале только плюсом написано. Вот, открой сейчас журнал. Открыл. Сейчас, подожди. Угу. Вот, смотри. Перчу на пол. Войд, Юки. Ика. Все тут пуляете. Типа они отображают у меня почему-то. У меня осталось ГП. Вам снимали за духов на лице. Да, да, я понял. Большой вышел слева. Подавитель. Блин, а что мне делать? Кроме меня двух танков еще стоит. Сейчас кто-то полетит. Усиление магии, киньте по палитре. Саммервилл, усиление магии, кинь руку. Хотя Котлас всех проебывает. Что ладно. Делайте так, чтобы звезда и треугольник не умерли от мобов. Смотрите на них, вот они, на них метки специально для этого. Это гениально, метки поставить. Наконец-то. Котлас, как ты запасной танк, меня. Он запасной танк Бигсторки. Готовьтесь, подавите. Вот эту я была запасным танком Котласа. С левой стороны подавители, блядь. Разгром. В принципе, мне некуда спешить, я в Югио нахуй взял этого, блядь, короля игр, нахуй, так что, блядь. А что это за игра? Карточная игра по аниме Югио. Да это даже не по аниме, аниме создано по этой карточной игре. Блин, я заинтересована, я хочу поиграть в это, люблю карты. Она намного лучше, чем Хардстоун, и остальная вся хуйня, она отличается намного. Я в Хардстоун давно играла, сейчас я играю только в Дурака и в Покер, лол. Разгром справа. Я сплю, и, короче, мне во сне снятся картон каждый день. Во всех Аниксе я стала как будто летит. Да. Аниксе или Валитрия? Да, крылья расправим. А, тьфу, блядь, Валитрия. Красивая. Аниксе, Аниксе, она сама. Драгоса. А это кто-то левитацию и уебал. Готовьтесь, подавители. Подавители с правой стороны самое большое количество. Маликет один летает здесь. Эйдстаки. Давай, давай, техники. А чего вы Котласа не взяли? Куда? Да. Сюда. Ну тут ну, есть рейдер, шмотки рейдер. С духом. Рейдер. Котлас рейд. Рядышком со мной стоит. Котлас на Красиан. Да, Красиан, пардон. Да, а он не плюсовал, куда брать? Блин. А зачем ты ему ГП дал? Кому? Что, может, герой захилим? Котласу. Нет? Никто ну, не последний попал. Завоятель. Завоятель, да, да.
подавители. Снимите. Что, ребята, готовьте, блядь, свои пуканы, нахуй. Разгром слева. Почему готовить? Профу. Лучше синдр. Я думал про то, что сейчас упадет другое кольцо, и начну гореть, но оно мне нахрен не нужно. Ты его перед левым забрал. Нет. Кто-то стаки прикибал. У меня кольцо за репу, и это с вальки обычно. Мне не нужно кольцо. Ой, не с вальки, а с леди. Мне не нужно кольцо с вали. Но, допустим. А мишки бы не отказались? Да. Подавитель. Моя не мишка. Ну, твой шит, твое кольцо, но декатрон, оно, типа, паладины, как с этой свали, отдали возложение рук. Урона, там, эту меткость, очень классное колечко. Я излечилась, Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Вот так. Давай, осколок, есть осколок? О, Майнхат, какой лук. Я всегда мечтал о таком луте, просто это... А чё, по поводу лута с гнилого будет? Тебе ничего не присылали? Не знаю. Зачем тебе лут с гнилого? Никто не переживает, даже я за перчатки так не переживаю, как ты, блядь. Где мой рог? А чего моего рога-то не... А, нет, 1.4, говно. Почему говно 1.4? На мутика? Ну, в ПВП оно хорошо. Ну, типа, ПВП можно взять, да, кинжальчик. Кстати, я на ханте, блядь, в ПВП с этим кинжалами бегаю. На циркуле, блядь. Ну, камон, что ли? Хочу щитцу порезать. Пошли на профу, дадим портрай. А может не надо? Надо, надо. Надо когда-то начать. В смысле, не надо. Мне интересно, блядь, где Моса пропал, блядь. Сейчас будет марафон по получению ГП, я так понимаю. Это пока трай пробные, ГП не будет, если да. Только не пиздец какие затупы. Ну это ты прям меня сейчас описал. О, то есть ты предлагаешь красного морду сорвать, да? А? Войток, я тебя умоляю, не по твоей обоссанной тактике, пожалуйста. Тогда Эрель. Я могу сказать тактику из Peaky Blinders. Если вы не против. Ты Эрелить будешь? Я? Ты или царь, какая разница? Вы будете Эрелить? Ой, я... Изи, не заходим внутрь. Пусть царь поэрелит, я ему тактику расскажу, он и поэрелит. Назад зачем пошли про этаби, куда пошел? От вашей, ну, ладно, страны заходите. Зависит то, сколько вы получите и поиски. А, там, блядь, лопнет, заходите, не заходите, назад вернулись. Назад все вышли. У него портал стоит. Портуйся, блядь. Виби, форум, видео, бан. А за что бан? Дамажа проходит. За портал. Твою красивую улыбку. Ну типа портал это скилл персонажа, а дамаг по всем проходит. Но он, по идее, не должен за двери пахать, или должен? Если бы дамаг не проходил, тогда бы это был бы баг. А так... Все, сходили на проф. Поздравляю, молодцы. На, забагался. Сейчас разбагается, чувак. Блин. Царь уже обрадовался.
А царь уже хотел доту идти на 100%. Какая дота, ты о чем? Ну так я заходил, ты говорил, что на варке проебываешь, блядь.